Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И сегодня мы с вами разберем основные вопросы, которые могут вам понадобиться в жизни и для работы в Польше. Это будет супер крутое и информативное видео, и после просмотра данного урока уровень вашего польского вырастет в разы, так как вы сможете уже общаться с человеком, задавать ему вопросы и понимать, что он вам отвечает. Также по аналогии с данными вопросами вы сможете генерировать свои собственные вопросы, и тем самым ваш польский будет с каждым разом только улучшаться. Ну что же, друзья, если я вас заинтересовал, то поставьте лайк под этим видео, и мы начинаем. Поехали! Друзья, подпишитесь на мою новую инстаграм-страницу. Там вы сможете с легкостью изучать польский язык, так как материал предоставлен в полуюмористической форме. Ссылка будет в описании под видео. Итак, первый вопрос. Если вам нужно спросить у кого-то, почему вы не придете, то по-польски этот вопрос будет звучать так. Dlaczego pan, pani nie przyjdzie? Dlaczego pan, pani nie przyjdzie? И вы можете услышать такого рода ответ. Погода очень плохая. Погода jest taka brzydka. Погода jest taka brzydka. Либо же более развернутый ответ. Я не приду, потому что погода плохая. Не przyjdę, ponieważ погода jest taka brzydka. Не przyjdę, ponieważ погода jest taka brzydka. Ponieważ, потому что. Запомните это слово. С помощью него ваш польский будет более богат. Вы сможете более грамотно объяснять, что вы хотите. Следующий вопрос, если вам нужно спросить, почему он не придет. И по-польски это будет звучать так. Dlaczego on nie przyjdzie? Dlaczego on nie przyjdzie? И ответ может быть таков. Он не приглашен. Не został zaproszony. Не został zaproszony. Либо же более развернутый ответ. Он не придет, потому что он не приглашен. Он не przyjdzie, bo nie został zaproszony. Он не przyjdzie, bo nie został zaproszony. Следующий вопрос. Почему ты не придешь? По-польски он будет звучать так. Dlaczego nie przyjdziesz? Dlaczego nie przyjdziesz? I ответ может быть таков. У меня нет времени. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Либо же более развернутый. Я не прийду, потому что у меня нет времени. Nie przyjdę, bo nie mam czasu. Nie przyjdę, bo nie mam czasu. Следующий вопрос. Почему ты не останешься? Dlaczego nie zostaniesz? Dlaczego nie zostaniesz? И ответ будет следующим. Я еще должен, либо должна работать. Muszę jeszcze popracować. Muszę jeszcze popracować. Я не останусь, потому что я еще должен, должна работать. Не zostanę, ponieważ muszę jeszcze popracować. Nie zostanę, ponieważ muszę jeszcze popracować. Следующий вопрос. Почему вы уже уходите? Dlaczego pan, pani już idzie? Dlaczego pan, pani już idzie? Ответ прост. Я устал, либо устала. Jestem zmęczony. Zmęczona. Jestem zmęczony. Zmęczona. Я ухожу, потому что я устал, либо устала. Idę, bo jestem zmęczony. Zmęczona. Idę, bo jestem zmęczony. Zmęczona. Почему вы уже уезжаете? Dlaczego pan, pani już jedzie? Dlaczego pan, pani już jedzie? Уже поздно. Jest już późno. Jest już późno. Ja уезжаю, потому что уже поздно. Jadę, ponieważ jest już późno. Jadę, ponieważ jest już późno. Почему вы не едите торт? Dlaczego nie je pan, pani tortu? Dlaczego nie je pan, pani tortu? Вариантом ответа может быть такое. Я должен, либо должна сбросить вес. Muszę schudnąć. Muszę schudnąć. Либо второй вариант ответа. Я его не ем, потому что я должен, либо должна сбросить вес. Не ем, бо muszę schudnąć. Не ем, бо muszę schudnąć. Почему вы не пьете пиво? Dlaczego nie pije pan, pani piwa? Dlaczego nie pije pan, pani piwa? Ja jeszcze должен, должна ехать. Muszę jeszcze prowadzić. Muszę jeszcze prowadzić.
Я его не пью, потому что я еще должен либо должна ехать. Не пиє, бо мушу ще проводжити. Не пиє, бо мушу ще проводжити. Почему ты не пьешь кофе? Dlaczego не пиєш тей кави? Dlaczego не пиєш тей кави? І ответ будет: он холодний. Єсть зимна. Єсть зимна. Либо второй вариант ответа: я его не пью, потому что он холодный. Не пиє їй, поневаж єсть зимна. Не пиє їй, поневаж єсть зимна. І последній вопрос: почему ви не їдите м'ясо? Dlaczego nie je pan, pani tego mięsa? Dlaczego nie je pan, pani tego mięsa? I odpowiedzią będzie następujące. Ja wegetarianiec, wegetarianka. Jestem wegetarianinem, wegetarianką. Jestem wegetarianinem, wegetarianką. Ja jego nie jem, потому что я вегетарианец, вегетарианка. Nie jem go, bo jestem wegetarianinem, wegetarianką. Nie jem go, бо єстем вегетаріанінем, вегетаріанком. Ну что же, друзья, в этом видео я собрал основные вопросы и варианты ответа, которые могут понадобиться вам в повседневной жизни. На основе этих вопросов и ответов вы уже можете генерировать и строить свои собственные предложения. Ну что же, друзья, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до встречи на следующих видео. Всем пока!